Стоило столбику термометра опуститься ниже 0 градуса, как заядлые рыбаки уже отправились за первым уловом. Однако, пока выходить на лед опасно, толщина льда еще недостаточно безопасна. Для безопасной толщины льда необходимо, чтобы как минимум неделю столбик термометра показывал минус 10 градусов. Смотреть также нужно и на цвет льда. Прочность льда можно определить зрительно. Лед голубого цвета прочный. Убедительная просьба жителей Десногорска, взрослые дети, особенно рыбаки в связи с наступлением зимней рыбалки. Соблюдайте правила поведения на водных объектах. Выполнение элементарных правил осторожности – это залог вашей безопасности. А если вдруг вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, существует возможность сообщить о происшествии, то срочно обращайтесь в Единую службу безопасности за помощью по номеру 112 или 101 с мобильного. Звонок бесплатный. Также в круглосуточном режиме работает единый телефон доверия.